Благодаря совместным усилиям волонтерских движений «Милой силы ЗДИ» и Светланы Селиховой «Патриоты России», а также при поддержке депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Павла Русакова удалось собрать денежные средства на покупку квадрокоптера для бойцов СВО. Напомним, что за помощью обратился участник специальной военной операции Геннадий. Он попросил приобрести квадрокоптер, так как это самый эффективный инструмент разведки позиций противника. Группа неравнодушных людей осуществила просьбу бойца. Передаем нашему бойцу то, что он просил. Сейчас я нужна своей стране. Я понимаю, я могла бы ничем не делать, как говорится, заниматься своим делом, отдыхать. Но я считаю, что если мы будем все вместе помогать, мы быстрее придем к победе. Государство снабжает военнослужащих современным оборудованием, но все же гуманитарная помощь от жителей будет не лишней. В настоящее время участникам СВО требуется усилитель для радиосвязи. Нашим парням для работы очень нужен ретранслятор. Кто желает помочь, пожалуйста, свяжитесь со мной. Мне не важно, кто это сделает. Главное, чтобы это купили и отправили ребятам. Обращаем внимание, что по указанному номеру денежных переводов делать не нужно. Необходимо просто связаться со Светланой и предложить свою помощь.